Ну, для меня есть поправки, которые очень значимы в силу моего советского, так скажем, патриотического воспитания. Мне очень нравится статья 67 Конституции, где закреплено, что мы чтим память защитников Отечества, что это неоспоримо и что так будет всегда. То есть это вот меня очень как бы устраивает. И в этой же статье сказано, что дети, собственно, в нашем российском государстве являются приоритетом для государства, и государство обеспечивает условия для всестороннего их развития умственного, духовного, и также как бы это взаимосвязано с тем, что мы чтим роль защитников Отечества, мы, государство обязано воспитывать детей в духе патриотизма, гражданственности и, собственно, нашей российской уникальной самоидентичности. Это вот я считаю самыми главными поправками сегодняшней Конституции.